Сегодня у нас 20 мая 2016 года. Вот мы с братом Никитой Колесником пришли на этот пруд, которому тут недалеко от деревни Потеряевка. В той стороне, вот за околком. Вот пришли сегодня посмотреть, что у нас. Вчера вот не ходили, работали и не сходили. Вот сегодня пришли и видим, что надо. Тоненький ручеек бежит. Надо все подкапывать, углублять. Там в начале в самом, чтобы побежало. Сейчас я перейду на ту сторону. Еще посмотрим, что у нас там в середине. Бежит или не бежит там у нас. Вот так вот. Но он уже опустился. Сейчас покажу мерку. Вот мы два колышка втыкали. Уровень воды показывал первый день. И вот здесь зарубку делали. Вот. Сантиметров может 15-20, это так примерно. Опустился. То есть еще многое надо сливать с пруда воды. Вот. Еще сбежит, эти деревья будем убирать потом с Божьей помощью. Слава Богу за все. Брат Никита пришел с шариком. Там снег гуляет. Сейчас посмотрим. Ну и здесь точно так же, даже еще хуже. Источник иссяк. То есть надо тоже углубляться. Вот, даже сухой. Вот тут вот, из-под почвы, из-под земли влага выступает и бежит само по себе. Ручейком. Ну вот так вот. Бабочка летит, красавица. Брат Никита тоже снимает что-то. Он наш верный друг. Шарик, шарик, вот он шарик. Угу. Ну и вон над водой там много ее, мошкары этой. Сели наплодятся. Слава Богу за все. Аллилуйя.